Всем привет, с вами Яйцо и приятного аппетита. Сегодня будем нагибать стрим снайпера на Европе. Приятного просмотра. Ух ты, а я люблю музыку на стриме. Здравствуйте, Мур. Спасибо тебе большое за стримы и за видео, которое ты выкладываешь на YouTube. Сам я, к сожалению, играть не могу, это отнимает очень много времени. Но благодаря тебе я все еще в мире Доты. Я очень жду от тебя рубрику, которая будет называться «Тимур и его команда», где ты, играя на низких рейтингах, будешь вести Тиму к победе, координируя ее. Этот трек для тебя, надеюсь, очень понравится. Всего хорошего и удачного стрима. Спасибо большое, Олег. Большое тебе спасибо за 300 голосовой, очень люблю голосовые, и за трек, и за слова поддержки. Слушай, по поводу рубрики я не знаю. У меня к такому душа не лежит, понимаешь? Поэтому... Маловероятно. Маловероятно, хотя, конечно, хотелось бы порадовать, но как-то вообще на лоу-ранге пока не тянет совершенно. Да и вроде как нельзя эту тему мутить больше. Вот, но спасибо тебе за 300, очень было приятно услышать. И как ты сказал и что ты сказал, спасибо тебе. Че это они паровозиком без хп бегают? Так, Рубик есть. Кстати, Рубик очень хорошо заходит здесь. Но контроля, у них прям классные скиллы противников. Почему ты не можешь пойти забрать баунти? Почему ты стоишь здесь на пятерке уебища? Понятно. Вот вам вернулись на европейский регион, так сказать. Первые же слова, которые мы услышали. Ты, блядь, в доту играть не научился, уебища. Это блочишь крипово, долбоёб конченый. Да, это жестко. Виверныч против меня. Окей. Только без тычек давай. Ага. Все, уже репорт Рубик, он руинер. Да мутил просто сын хуйни дохлый. Заруинил линию. Да-да-да. Че за типы? Они поняли, что я это я? Или че? Игра даже еще не началась, понимаете? Уже еще, ничего еще даже не случилось. Кукарелова. Парень уже и зашел. И зашел токсиком. Что, как хуй сос, как дела? Почему у нас линия здесь стоит? Объясни мне. Все, спасибо. Ты мне уже все объяснил, чувак. Послушаем лучше музыку, правильно? Иритрам, спасибо большое. Спасибо, 150. Спасибо за трек. Сейчас музыку заценим. Благодарю. Потом обниму. Ой, какая песня, кстати, хорошая. Тут все нормально. Пойдем разбросаемся. Че у них за сапы, интересно? Леончик, да, туда-сюда. Тангусю можем скушать. Руна не скоро. Ну, поехали. Просто так. Ремикс только. Но... Сам по себе оригинал хорош. Так, что тут у вас? Ботл на виверне. Да. Рунка моя. Старунка твоя. Че у него по уровню интересно? Третий же, правильно, должен быть? Ну да. Он сейчас ботл отпивает. Поэтому сразу сюда не пришел. Саламчик всем. Вижу, все уже тут. Только меня не хватает. А че не позвали, то и просата. Шок, ну ты это самое. Не знаю, я звал. В телеге все запостил, там, туда-сюда. Шок, приходи. А ты что-то не объявился. Печальный момент, так сказать. Ну, спасибо, что добрался, тем не менее. Спасибо тебе, 150, спасибо за трек. Рад тебя видеть. Итак. Искал Западную Европу, был шанс, что попадусь на европейцев, но это самое, видите, накидало наших товарищей. Так что, вполне возможно, люди уже на стриме. Здесь как раз таки, в отличие от Америки, не поймешь. Ну, типа, в Америке, понятное дело, если наш чувак внезапно попался вместе со мной, то, как бы, он это сделал не просто так. А здесь, может, и рандомы. Но эти рандомы, я говорю, они могут просто догадаться, что, наверное, в мид-тэчес каждый не пойдет.
пойдет вообще не только лишь каждый. Тупа не знает, что на виверне делать. Хотя игр на виверне у нее очень мало. Добили. Парите варлик, поехали. Че у нас по лейнингу здесь? Ну, на медузе как-то стоит. Верныч пятый. Пойдем посмотрим. Че по рункам. Пятый готов. Кларики можно вжать. Это сюда поставить. Сюда отступить. Виверна пока мисс. Виверну тяжело, кстати, ловить на тэчесе. Относительно. Ну, смотря какой тэчес. Типа, на сапике проще даже. Ты не коммитишься. Это мое. Не трогай. Раз, два. Давайте исходить из лучшего. Представляем, что нас не снайпят и катаем, правильно? Не паримся. А мы уже еще посмотрим. Гералет, Абаддон, Виверна. Ну, это много под сейву очень. Хотя медовая Виверна обычно под, ну, как бы она под сейвом не занимается. Но, тем не менее, скилл работает, правильно? Раз, два, три. Мое. Линия скотапы, но я фуловый. Я бы отпушил на самом деле. Верно там, ребята, у вас аккуратненько. Пока чувак там в топе. Я здесь с мадам катапультой. Можно, в принципе, и экшена наградить, правильно? Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Глифчик подъехал. А это слышали? Но он, без, он с порталом должен быть. Правильно? Правильно. На рунку не повезло. Но я ему пол вышки снес, кстати. Ух ты! Что а очень даже неплохо. Шох ты, что топочно. Найс, прилетел. Ничего не скажешь. Он, наверное, вообще на базу поехал, что ли? Что-то не пойму. Могу умереть за него, но не хочу. Могу умереть за него, но неохота как-то, знаете. На мороженое. А вышку я забрал. Изи. На шестой минуте у чувака вышка упала. Да, это жестко на самом деле. Пока они реально красиво сыграли. Да. Ну-ка. Там еще типа забрали вообще шикардос. В итоге он, наверное, седьмой апнул одновременно со мной. Ну, потому что он пачку уже забрал, я еще нет. Нет, совершенно устраивает. Да-да. Классный трек. Ля-ля-ля-ля. Нейтралочки для команды. Поехали, пойдет. Так, что, у нас в боте должны быть проблемы по тавру, правильно? А это я бы сюда отправил. Классная музыка, Ингритрам, спасибо. Так, погрустим. Спасибо, 150, а это слышали? Я вообще это не слышал, ничего. Что ты тут накидываешь? Оп. Оп. Хорошо. Отпинан. Так, здесь чувак отдыхает. Пока доминируем нормально. Я бы сказал, достойно. I'll take region. Ля-ля. Ша-ля-ля-ля. А вот и вардик. Курицу везем. Ну зачем он стоит рядом со мной-то? Говорит, и верно нету, сам рядом со мной встает впритык.
Здрасте, потрёмся, так сказать, с вами. Блин, пока под регеном хочется как-то это самое, побольше мин навтыкать. А особо непонятно, каких и где. Потому что только вышел на позицию. Изи. Изи клиент подъехал. Так, курица, иди на базу. Сам здесь закуплюсь, а. Чё там у нас? Найс. Тоже найс. Курсу не дает, тоже найс. Ша-ля-ля-ля. Какая классная песня. Спасибо, Эритрам. Так, ну у нас пока все отлично, ребята. Пока овнем, так сказать. Оформляем противникам заслуженный отдых. Очень бы хотелось. Опа. Тервала купил первым слотом. Не особо шарит, на самом деле, за ее верну. А не трав. Да? Как ты, бро? Да за пивасом заезжал, а там очередь просто километр. Ты здесь оставим. Возьмем себе. Рунку пойдем сломаем обязательно, слишком хороша. Так, Ингрид Трамп. С шохом начали уже это самое. Свою традиционную стримерскую переписку. Переписку на трансляции. Спасибо вам большое, ребята, за треки. Большое вам спасибо за 150, здрасте. Ну, полезись, подробим. Есть шансы выжить так-то. А что это такое вообще, мужик? Он меня даже не может убить, если я не смотрю на него, понимаете? Все равно не получается. Ну, талант резист классный. Это факт. Единственное, что надо подумать, чем заняться по карте сейчас. Ну, девятый пока, наверное, верно еще. Он рановато атаканул. Ему бы десятый дождаться. Здесь все выформлено, там все выформлено. Мне 12-й нужен, по XP проседаю чутка. Стоим, качаемся. Ни на что не отвлекаемся. Все под ботом. Прикольно, что мы их в боте давим. То есть это та зона, где они, по идее, должны хотеть как бы сами закрепиться, а мы их там прожимаем по полной программе. Солидно, уважаемо. Коса топчик. Не, ребята молодки у меня в команде. Одна из новых игр, где все технично довольно-таки делаем. Вертушку не видно. Где вертолет-то? А вот же он, сладкий. Я уж успел тебя потерять, молодой человек. Ну, спасибо, что объявился. Блин, шок. Ну, имба. Просто имба трек. Спасибо тебе. 100 лет не слышал. И еще столько бы слушал. Он с ультой на Абадоне был, если что. Он на Абадоне с ультой был. Я его с ультой убил. Просто по урону пробил по полной программе. Почти 11-й. Там сейчас происходит какая-то аналитическая работа, типа. У него 4 очень злых русских в команде. Рассказывает нам. Ладно, мужик, не расстраивайся, всякое бывает. У нас тоже вон злой русский есть. Ничего, кто сидим, играем. О, хочешь крипов завести сюда? Нет, он просто стак. Домой. Просто домой, так сказать, молодой человек.
Не затягивайте с этим. О, это песня Медузу поет, что ли? Нам трек этого чела включили, а если его размучу, он тоже петь будет? Нет, если он не поет. С матом не слушаем, извини, Медузыч. С матом не слушаем. Так. Че, поехали? Дальше надо пространство отжимать. Savage, спасибо тебе большое, 150. Большое спасибо за трек. Мороженое я люблю. С удовольствием, так сказать, инвестирую твои 150 именно на это благое дело. Спасибо. Чувствую очередной вечер ультраприятной музыки, короче, ребята, у нас намечается. Никуда не деться от этого. Ой, слушай, подожди. А ты не на лоу хп здесь стоишь, нет? Припасов-то долбишь. Нет, не на лоу хп. Капли зарешали, я бы его убил, если не капли. Эх, был бы у меня 15-й. Ну ладно. Попытаться стоило. Да ты чё? Еще есть не взорвался. Пипец там какие-то ненормальные, конечно. Сидят челы тупо вдвоем охраняют парни, которые крипов забирают. Лес фармить в одиночку уже неинтересно получается. Только зергом каким-то. Тэпка есть? Есть. В бот хочу. Да, даже не знаю. Сентри вард. Он будет вышку пинать. На ОД. Мою слышь. На вижнах полезно осталось, это хорошо. Я б сюда куда-то подъехал. Там пока делать особо нечего. Везде враги. Оппоненты. Они повсюду. Там сейчас будет попрос пайк у них, когда появится огонь на Виверныче. Это станет резко душно. Ни капли золота противнику. Вышку скушали. Go push top. Наша медуза, да? Умирает, да? Ну все нормально. Наверное, Рубик виноват, что он там погиб на самом деле. Поэтому я бы на медузу тут плохого не думал сейчас. На вашем месте. Просто на Рубике был очень далеко. Рядом не стоял. Так, все враги под топом у нас, правильно? Ну, я бы топорик, наверное, продал. Продал бы, наверное, топорик. Вот, да кроме метеорости больше так ничего не купил. Могу порталец, но просто ничего не даст, мне кажется. Он пропитался, интересно, сам-то? Нет. Ты серьезно остался? Ну-ка, поехали отсюда, ребята. Всем до свидания, всех стянули. Отпинали противника. Еще у тебя на гералете, вижу, фиксирую. Поехали дальше. Приятная музыка, кайф. Так, Абаддоныч сидит отдыхает, значит. Go out, push top, guys. Просто радио с лучшей подборкой в мире, я бы сказал. Себе берет. Я бы хотел, наверное, штуку. Ну ладно, пусть забирает на самом деле. Мне не так горит. Килл в центре. Довольно шоу. Зосейв произошел, однако.
Блин, экран нашего отпинали. Чё ж ты там делал, мужик, соло? Опс! Это что такое? Лифт, лифт, лифт. Да, откуда вижен-то здесь? Что-то не пойму немного. Где-то вард стоит на лоу-граунде, получается, верно? Ух ты. Только так это можно объяснить. А я люблю музыку на стриме. Медуза ну у нас что, есть. Поехали тогда. Задоджить не получилось. Герлета не вижу, кстати, вообще. Это любопытно даже. Он на Гера вот здесь играет, понимаете? Все это время. Ну это ж так не должно быть. Чувак, качаться-то надо немного. Шарт. Поехали. На будущее пусть будет. Минус Абадон. Ну Абадон, ну Абадон, файт. Гиролет подъехал. Дуза под курсой. Найс. Го-го-го-го, файт, файт, файт. Найс. Рубик красава. Чисто на Рубене красавельчик. У него еще курса длится миллиард лет. Вообще огонь. Так. Да меня в принципе все устраивает, наверное. А что-то я даже не слышал, по-моему. Гера мертвый, правильно? А, Kill Illusions, Attack Illusions. Illusions, Illusions. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поехали дальше. Ну чё, где все? Кто чем занимается? Где Геролёт? Геролет Иванович. В боте, может, подефать бы, что ли? Там еще большая пачка должна собраться. Аганим есть? Нет, видишь, блэйд только. Абадон гоняет. Возможно, опс сентри поставил здесь. Лотус. Го-го, кач, кач, кач. Пойдет. Нас такой устраивает размен. Так, оп-оп-оп, ребята, подождите, взрываемся. Не все, да? Угу. Так, шар почти готов. Шардом будет вообще по красоте. А, готово. Тэп, конечно, тоже хотел бы пронести себе. А не только вот это вот все. Ой, это я тоже знаю. Тоже красота. Чего тут на баду не ломает? Холи Локет купил туда-сюда. Кажется, это вар должен был быть. Типа, если он сюда с Леоном вышел. Они же должны обвардиться. Но не обвардились. Парадокс. Мой клиент. Что тут интересно по вижу? Смотря кривая не показывает. Я его подсветил там немного.
Да просто смысла нету. Че тут у тебя? Вообще медуза против Гера ок, правильно я понимаю? Она же его на РНЖ перестреливает. Ну-ка погромче надо. Ну что, поехали тогда. Поехали, поехали, шо. Спасибо. Спасибо тебе 150 за очередную офигенную композицию. Да ну куда ты? Ой, чувак, нормально все было. Если бы он вместо этого законтролил их, все было бы ок. Ну то есть, меня Виверна никак не убивала одна. Если он просто стоял и смотрел, как этот ОД условно какие-то кнопки кидает, и его закрыл вместо этого. Я там не должен был умирать с Рубиком за спиной. Такс. Здрасте. Минус трапа. Ну, хотя минки пока стоят, правильно? Какая-то вибрейшена произошла, секунду. ОД. 2К хп. 2К хп на ОД. Минус герокоптер. Рошен. Go Рошен, fast. Мы же могём Рошана, ну? Или ты на медузе будешь крипасов долбить? Пробьем. Ха-ха, жестко. Жестко отпинали. Это он без этого сидел, да, еще? Без щитка. То есть вообще найс. Ой, хорошо-то! Молодцы, ребята. Ух ты! Ну да, это жестко. А я люблю музыку на этот шарт на Тейчеса, конечно. Удачный ля-ля, ребята. Жду кринжов на Ютубе. Очень заходит, особенно с особо опасным типом на районе по каналу Россия 1. Ржал полчаса над этим. Раша, тебе понравилось. Сам смеялся на самом деле, мультифизикс. Спасибо большое. Это причем не я сделал, а модератор. Триманс есть у нас такой. Так что знаете, кому позитивный фидбэк отправлять. Спасибо. Спасибо тебе, трек, спасибо, 150. Кринжи, слушай, ну я стараюсь, но не всегда получается. Это же вдохновение надо. Это же творческий процесс. Ой, громковато. Вот так вот поставим, поехали. Часть это много. Так. Все собираем, несем. Собираем, несем. Вот, да, как бы микрообучение игры с Тейчесом. Вот так и надо делать. Убиваете кор-героя противника на минах. Орете просто, ребята, идите Рошана. Все, ребята идут Рошана. Противник идет драться, он в меньшинстве. Противник не идет драться, вы забираете Рошана. То есть вы всегда должны реализовывать фраги на миньоре. Не надо сидеть и ждать, пока, не знаю, враг лестница и все вернется на круги своя. То есть все вот эти слова, типа, вот ты там на миньоре кого-то взрываешь всю игру, а мы-то деремся 5, ну, 4 на 5, нам тяжело. Так вы деретесь так, потому что, ну, вы сами что-то не догоняете. Делитесь, пока вы 4 на 4. Зачем вы ускоряете это все? Так, ОД нету. Но он довольно скоро лестница, я думаю. Все-таки. Хотя плохое место, но хотя Гера здесь часто будет обходить. Изи керри противника. Go high round. High round, топ. Топ high round, guys. Fast. No to course.
Стоять и бить. Тоже надо потянуться, но сперва хочу это делать. Чуть-чуть осталось, тем более. Тупо каждая мина находит своего героя. Гиролета нет, я не знаю, они супер слабые. Это их ключевая фигура там. Аганим на удач, что ли? Могу на портал сделать. Вот по 100. Go, I'm tipping. Keep pushing. Невозможно задоджить такое. Ух ты! А я вот и нету. Are you ready? I can jump meter wyvern. Are you ready? Don't hit me, don't hit me. Don't hit me! Don't hit me! Hello! We are teammates! Ну что он делает, я не понимаю. Жесть, мой союзник меня избил. Вы видели вообще это, нет? Типа мой же союзник меня отпинал. Потом вот прыгай, да, помогай своим тиммейтам. Я больше этим заниматься не буду. Спасибо, отказываюсь. Так, Заноза, спасибо 150 за трек. Большое спасибо за поддержку. Приятного тебе просмотра. Благодарю. Благодарю, что заглянул. Ну, вы видите, да, с такими руинерами приходится играть. Типа, чувак стоит, меня пинают условно. Остальные смотрят просто, даже не останавливают его. Хоть бы кто слово сказал там, типа. Не бей, он хороший. Ульти and get back. All five up. Будете гир убивать? А, ну кстати. Ой, он замерз. Огонь. Контроля не хватит. А, он зачем-то замерз. Ну, типа, застрял еще. Это ошибка так-то. Я лечу. Fight. I bought back. Курса не откатилась, интересно, нет? После бая чувак умер. Да опять 25. Ты что, гений? Ладно, я все равно умру, наверное, да? Или нет? На Рубике гений, я не знаю. Он какой замес уже тащит нам. Тупо в соло. Ой, приятная музыка. Well played, team. Good job, amigos. Ну все, красиво. Красиво сыграть не запретишь, правильно? Ну и верно душится, по факту. You're a rockstar. Не хочу умирать. Ну я ее верно убил, все. Там вообще душить нас больше некому на самом деле. Мог бы убить еще эту, типа, на Абадоне, но я бы умер, скорее всего. Так что она мне не надо. Just get back. О, мид один, ну, выконяков мид, actually, я. No wyvern. Надо отрегениться, порезаем немного. Ну-ка, вот это выйдем. Вау. Блин, как же Гудвинка жарит, кстати. Чисто персонаж. Пуш мид. No heroes. No wyvern. Without wyvern we can do everything. Тупо давим. When OD is up, we get back. Окей. Get back. Get out. Bait here. Alright. Верно убить. Верно убиваем, и ничего не могут.
Go, push button, Тирту. Хорошо, видим. Хорошо, что там? Не скоро еще совсем. He's alone, you can catch. Ну-ка, поехали, ребята. До свидания. Т2 забираем в боте на фри. Вер, кстати, вообще не видно. ФК встал? Не, вроде. Герыч по минам шастает. Жестко, реально жестко. Вот, ну, по факту жестко. Икс. Так, наверное, поставим на ее, верно, правильно? На его героя хочется как-то так двигаться, я думаю. Привет. Уйди, зап! В эту фарм! Гитбэк. Привет. Можешь оставить роспись в ВК. Ссылка удалена. А, понял тебя. Пока бы секунду. Если Медуза выйдет за это? А, не выйдет за это. Вот это не знаю даже. Наверное, мы отсюда уже не выйдем. Задержались. Я не знаю, почему он на Медузе сразу не побежал. Но чуть-чуть задержался. А, так, спасибо. Я за донаты росписи ВК не оставляю. Спасибо большое за 100. У меня такой нет опции. Не моргай на мины чужие, ладно? Это не помогает, только мешает. Да пинает крипасов. Давай, мужик. Тык. Хорошо. Отлично. Прекрасно. А, Герлет в топе где-то остался, правильно? Гемчик есть? Не вижу. Не вижу. Гемчика нет, получается. Alone. Ну ладно, они типа, наверное, не тянут его, да? Нормально. Now not alone. Че по деньгам? Зафармил? Держи в курсе. Так, что купить? Я думаю, Стимфорсик взять. Потому что это уже не выглядит так, что мы прям тотально слишком доминируем и выносим в хлам. Рошан Тюрий мог появиться. 30 секунд у меня. Парни берут аутпост. Тут ОД с аганимом. Медуза с БКБ. Тараска на некрофосе. Талант на резист? Да. Но это очень плохо на самом деле. Он не взял левый талант. Он лучше бы худ купил. Я не представляю, как можно не взять левый талант на некре, когда ты играешь против вот этого хила и вот этого сатаника. Это же просто нонсенс. Ну да ладно. Это же просто шок-контент. Если там дофига магии, просто купи худ. Но возьми снижение регена. Слишком имбовая аура. На самом деле. Ставь не его. Такс. Don't fight. Wait for me to mine Russian. Then we fight. It's split push bottom anyone. Вечер добрый, Тимурыч, то, что ты делаешь на Минре, не поддаться никакому логическому объяснению. Ты гений доты, спасибо за контент, ты очень хороший и приятный село. Здоровья и счастья вам с Сашкой. Денис, большое тебе спасибо за 200 и за нереально приятные слова. Большое тебе спасибо за поддержку, очень рад, что тебе настолько нравится контент. Это очень приятно, спасибо тебе. Тебе тоже здоровья и всего хорошего. Благодарю за поддержку. Сентри. Место дря? Да.
Get back. Mine's in Russian. Stay in Russian. Все, мин на Рошане на самом деле уже много, можешь идти на Рошану. Go Russian. Let's go Russian, I have mines. Виверна, она... Виверна будет меня бить с ХГ. Я не могу бить, это крош. Чтобы она тебя била с ХГ, надо, чтобы она тебя видела. Чтобы она тебя видела внутри Рошана, надо, чтобы кто-то был внутри Рошана. Чтоб я зашел бить Рош? Да, да. Guys, come to Rosh Pit. Come to Rosh Pit. Stop fight here. Fight in mines. Вот сайт медиа, я соло убью. I have traps around. Check out for Wyvern, okay? Look, Wyvern here. Текс. Stick to Russian. Подходите ко мне, верно, Ульданёк. Давай, мужики. Хорошо. Я тоже ок. Ты умер. Я живу. Все, изи Рошан. Коса есть? Нету. Ух ты, что есть. Ой, какая красота. Какая ляпота. Ну и все. Технично сыграно, технично выиграно, правильно. Поехали. Это сюда. Это сюда. Ух ты. А я люблю музыку на стриме. Децл жив, это его последний трек, выпущенный в июле уже после смерти. Спасибо, Нильтрам, за 150. Сложновато для меня, но песню послушаем. Так прикола не понял, но я вообще нигде немного там насчет Децла там и так далее. Спасибо тебе, 150, спасибо за музыку. Верно, мертвая, правильно? Мертвая. Есть, поставим. Подготовим, так сказать, немножко. Ой, стою, вот арканы накидываю. Какая красота. Лотар купил? Походу. Не, у него 300 клок. Блин, классная шмотка так-то. Надо учитывать, что у него дофига надо. Он на Рубике курсанул. Привет. На него спинают, правильно? Спасибо большое за поддержку. Да. Привет, Тимур. Можешь поздравить моего друга? Бей барак, пожалуйста. С днем рождения. Он очень любит твои стримы играть на течисе. Догорел. Барак не бьет. Блин, на Рубике вообще все ворует, что такое есть у них, или что? Как это работает? Сайса нету? Фликеру типа. Ну все, это победа. Невыносимая игра. Печалька. Сериально сидит, стрим смотрит, какой-то чел. Чувак реально сидит, стрим смотрит. Все-таки они стрим снайпят. Как они тогда вообще взрываются, я этого не могу понять. Как можно так плохо стрим снайпить? Это уже какая-то новая веха, ребята. Когда противник даже стрим снайпить не умеет. Не то, что просто играть, да? Как бы. Ру. Ну нагнули стрим снайперочку, получается. Прикольный трек, кстати, кочевый. Чел сидит, стрим смотрит. Ой, и они все равно взрываются. Да, это жестко. Да, это скилл.
МВП, спасибо. Спасибо, ребята. Блин, ну... Не знаю, лайк, конечно, ему кидать спорно. Типа, человек нереально токсичный. Я ему лайк кидать не стану. Такие гадости с нулевой секунды говорить тиммейтам, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, я бы сказал. Музыку на стриме. Привет. Продолжай стрим. Not bad, в том я же считаю. Not bad. Удачи в минировании. Реализовали моментик, так сказать. Пенер, спасибо, 150. Здравствуй, здравствуй. Продолжаю. Большое спасибо тебе, приятного просмотра. Благодарю тебя за 150 и за трек. Так, Антипалыч. Да. Вы видели, кстати, нет, там чувак пишет, типа, несбалансированные команды у противников не только, типа, Линка и ОМР, ну, это пофиг, потому что у меня американский ранг, я как они, но еще и мастер тир Тэчес. Типа, если у противника отрезатурный минер, это уже несбалансировано, правильно? Слишком жестко.